Сколько времени он воевал и через какое... Он должен был уже в это время демобилизоваться. Он служил сначала в Калининграде, потом воинская часть передислоцировалась. Вот. И он находился на территории Афганистана, наверное, ну где-то с полгода, может меньше. Об этом нам не говорили. А, то есть письма, которые вы получали, там ничего об этом не было? Не говорил, что он в Афганистане. Ну, да, это было учебном... запрещено, да? Ну, да, конечно. В учебной роте, говорит, там где-то под Душанбе. Под Алматы? Нет. Под Алматы? В общем, так, да, это в учебной роте. То есть для вас было как гром среди ясного неба? Простите? Я говорю, для вас было как гром среди ясного неба, вы не ожидали. То есть вы думали, что он в безопасности, а на самом деле он был в самой горячей точке. Не писал. Не писал. Геоктепе, база под Алмату, Ашхабад или Алмата? Ашхабад. Ашхабад, простите. Ашхабад, Геоктепе. Ну, а он попал в десантные войска или в какие? Да. Ну, он вообще был связист. Но связист. Вот. Он сидел на, этой, как это называется, станция. Но там пришло 4 этих молодых новобранца, которые только-только пришли. В их отряд. Вот. И, значит, они не должны были, вернее, там, ой, ну там целая история. Там, значит, нашли разведчика. Он пошел в разведку. Он пошел вместо них, он их пожалел, так как он считал, что он дембель, и он более осведомлен, он более, так сказать, уже ну, обучен. И он этих пацанов защитил с собой. И так погиб. Там был выход двойной, он пошел брать разведчика. Там сидел разведчик афганского, вот, душманского. И, значит, оказалось в этой пещере, где сидел этот душман, 2 выхода. Значит, Игорь взял в одной руке автомат, в другой ракета сигнальная, и он его уговаривал, ну, сдаться. И тот выскочил сверху, вот эта дырка вторая, и полоснул. Вдвоем друг друга они. Потому что к нам приезжал ротный, его нам рассказывал, как он погиб, Игорь. Он привозил гроб нам и рассказал, как он погиб. Поэтому мы так все подробно знаем. У вас единственный был сын? Да. Что я не... Единственный сын. Да, единственный, да. Тут шумно, извините.